Доброе утро, мама. Что случилось? Мне придется уехать. Мне сказали отвезти его в отель. Сказали, что он враг нашей страны. Раздевайся. Они обещали хорошего врача для моей мамы. Вместо этого они перерезали ему горло. Свидетелей они не оставляли. И мне предложили выбор. Умереть или стать воробьем. Отныне вы будете воробьями. Орудиями в мировой борьбе за господство. Вас обучат приемам психологической манипуляции. Для вас не должно быть никаких границ. Раздевайтесь. По окончании курса вы перестанете быть тем, кем были до этого. Человек — это несовершенный пазл. Вы должны стать его недостающим элементом, и он расскажет вам все. У тебя есть дар. Ты умеешь выживать. Ты создана для этого. В правительстве есть предатель. Его последний связной — американец. Сблизься с ним. Я видел вас вчера в бассейне. Надеюсь, мы станем друзьями? Только друзьями. Она воробей. Ты им нужна, пока полезна. Работай со мной, и сможешь отомстить. Ты лучше, чем все остальные. Единственная проблема — у тебя есть душа. Нельзя верить ни одному ее слову. Есть кое-что, чего мы не видим. Если она провалится, ее уберут. Что ты наделал? Ты принадлежишь им. Они не отпустят тебя. Я найду выход.